Здравствуйте всем! Сегодня у нас 15 марта 2022 года. Ну и, в общем, что хочу сказать. Сегодня утром мы встали, значит, ну, смотрю я на небо, а у нас все небо, вот если вы видите, смотрите, как будто такое мелкое-мелкое, ну, как вроде запорошено чем-то. Вот. И дышать так тяжело, в горле першит, значит. Вот на солнце, если посмотрите, какое у нас оно сегодня целый день. В общем, чихаем, слезы текут. В общем, вот так вот, смотрите. Хотя тепло на улице, где-то 22-21 градус, так и есть, как вот это, как обещали нам. Там вон мошки у нас всякие в небе, птички летают. Ну, а самое интересное, смотрю я на машину, еще из дома утром смотрю на машину моего мужа и думаю, что-то она каким-то оранжевым цветом отливает. И мужа зову и говорю, смотри, как-то странно, твоя машина, а вчера мы на ней ездили, такая оранжевая. Вышла совсем на улицу, ну, принести мой бачок, этот мусорный бачок. И прямо, знаете, ну, в ужас пришла. Смотрите, что у нас сегодня на машине. Вот не знаю, видно, нет, камера берет или не берет. Но вот вся машина, смотрите, мелкой пыли. Сейчас попробую я вам показать. Вот, смотрите, мелкая повсюду пыль. И вот все, везде, повсюду, вот в этой пыли. Фу, даже дышать трудно. Вон, видите, какое солнце. Повсюду пыль, вот везде, в воздухе. Вот я вышла, у меня аж глаза заслезились. Сейчас скорее домой. Дома тоже протерла пол, везде пыль. Это оказывается... А я сначала так испугалась, думаю, что это случилось? Что такое? У мужа спрашиваю, меня аж прямо, ну, очень испугалась я. Вот повсюду это пыль. А оказывается, это ветер из Сахары. Вот тут у нас все в пыли, все абсолютно в пыли. Даже смысла что-то сейчас вытирать и убирать просто нету, потому что все веточки, все, потому что она снова нападает. Короче говоря, нам сказали, это у нас объявили, что это пыль из Сахары, и когда придут дожди, оно все, вон, видите, все, оно все смоет. То есть это вот так птички полетели. Вот такое здесь во Франции бывает. Вот смотрите, какая пыль. Просто ужас. Вот. Ужас. Вот слой пыли. Кошмар. Повсюду. Это ж так неприятно. Вот все пальцы в этом песке. Все руки. Мелкое-мелкое. Вот даже дышать и то трудно, и то тяжело. Надо же, как, а? Вообще. Надо, вот как, надо же такой воздух даже какой-то. И вот целый день вот такой вот. Даже испугались как бы сначала. Я, вернее, испугалась, но муж успокоил, говорит, не бойся, ничего страшного. Говорит. Ну вот, на этом буду заканчивать мое видео. Спасибо большое за внимание. И пока-пока всем. До вечера.